Мне захотелось нарисовать интерьерную картину, как в Pinterest. Купила все необходимое – кисти, холст, краски и приступила к рисованию. Должна сказать, что раньше я не особо любила рисовать и последний раз рисовала красками еще в школе, а с тех пор забыла все, что когда-то знала. В процессе умудрилась накосячить несколько раз и пришла к выводу, что с видением цвета у меня совсем беда. Вроде делала все, как на картинке в интернете, но получилось совсем не так. Цветом не угадала, потом снова не угадала и снова. Потом начала смешивать краски и так 12 раз я перекрашивала свою картину. Стало гораздо лучше по сравнению с первым вариантом, но все равно я не могу сказать, что результат меня полностью удовлетворяет. Да, перфекционизм, он такой. Но самое главное, что мне понравился сам процесс, и я думаю, что буду рисовать еще. Вот так мой комод выглядел до, а вот так после. Совсем другое дело. А вы любите рисовать? Как вам моя идея?